И я не провалил тест, я просто нашел 100 способов написать его неправильно. Люди забудут, что ты говорил, и забудут, что ты делал, но никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать. Не важно, как медленно ты идешь. Важно, как долго ты идешь, не останавливаясь. Как можно быстрее превращайте ваши масштабные мысли в ваши масштабные действия. Не позволяйте ложным отговоркам затормозить вас. Отговорки – симптомы страха. Если вы думаете о том, что имеете в жизни, вы всегда сможете иметь больше. Если же вы считаете, чего у вас нет, вам никогда не будет достаточно. Одна законченная результативная задача стоит полусотни полузаконченных задач. Запомните, никто не сможет заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего на то согласия. Мир делится на два класса. Одни веруют в невероятное, другие совершают невозможное. Выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам. Ни разу не упасть – не самая большая заслуга в жизни. Главное – каждый раз подниматься. Когда кажется, что весь мир настроен против вас, вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него. Жизнь меряется не тем, сколько в ней прожитых лет, а тем, сколько в этих годах настоящей жизни. Единственный способ сделать что-то очень хорошо – любить то, что ты делаешь. Мудрый человек требует всего только от себя. Ничтожный же человек требует всего от других. Перед тем, как карабкаться на лестнице успеха, убедитесь, что она ведет на ту крышу, что вам нужно. Когда ты одинок, это не значит, что ты слабый. Это значит, ты достаточно сильный, чтобы ждать то, что ты заслуживаешь. Чем больше денег, тем больше проблем. Но это совсем не значит, что если у вас много проблем, то у вас много денег. Если волк съел твоего врага, это еще не значит, что он стал твоим другом. Если тебе тяжело, значит, ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит, ты катишься в пропасть. Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена. Можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница. Но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина. То, чему учишься на личном опыте, дается не так легко, но зато глубже оседает в голове.